В мире, где людей связали тонкой красной нитью, появился робот, что не верит никому. Бродил среди прохожих, всех пугал он ведь частично. Был похож на них своим пластмассовым нутром. Почему он просто ящик из металла с проводами? Где его душа? А что такое человек? Если бросил бесконечность без ответов на вопросы, может, люди, как и он, а чувства — это просто лак? Может, он оставлен в мире, чтобы все запоминали? У металлических людей тоже души болят. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор проводов с отсутствием боли. Засекаю время, моей системе нужен автопатчер. Последней версии нонсенс, как Нейма Моисей. Мир прогружается чуть дольше, чем обычно. Моя нейронка под коробкой керамичья. Скай просит кофе и сигару, шаблон. Это привычка, нажимаю трубочку, как бы нам лучше. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор проводов с отсутствием боли. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор проводов. Всех пугал он ведь частично. Был похож на них своим пластмассовым нутром. Если бросил бесконечность без ответов на вопросы, может, люди, как и он, а чувства — это просто лак. Может, он оставлен в мире, чтобы все запоминали. У металлических людей тоже души болят. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор проводов с отсутствием боли. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор проводов. Я просыпаюсь, датчик шума поймал он звуковые волны. Я в карусели засекаю время. Моей системе нужен автопатчер. Последней версии нонсенс, как Нейма Моисей. Мир прогружается чуть дольше, чем обычно. Моя нейронка под коробкой керамичья. Скай просит кофе и сигару, шаблон. Это привычка, нажимаю трубочку, как бы нам лучше. Я не чувствую боли, я не чувствую ничего. Я робот-андроид, набор.